Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня у нас 11 января 2023 года. Меня просили моих черепашек вам показать. Я пытаюсь это сделать. Как вы видите, не сильно у меня это получается, потому что черепашек у меня 5, 2 мальчика и 3 девочки. И, как вы видите, они все у меня разбегаются по кровати. Я очень боюсь их уронить. Направляю в ту сторону, где не опасно. Но чем это закончится, я пока не знаю. Я не знаю, откуда появились вот эти анекдоты про медлительность черепашек. Как вы видите, это вообще абсолютно немедлительное животное. Это такой энерджайзер, скажем прямо. Я делала видеопрогулка с черепахами на траве летом. Это было ужасно, потому что они все разбегались, прятались в травку. И как сейчас вы видите, мне даже их не удержать в кадре. Вот такие вот черепашки на самом деле активные ребята. Барон даже боится к ним подойти. Смотрит и не понимает, что тут происходит. Бароша. Сегодня у нас день банных процедур. Черепашек надо купать. И вот после купания мы тут, понимаете, разбегаемся кто куда. Вот такие у нас талисманчики живут в нашем доме. Живут черепашки в специализированных террариумах. О содержании сухопутных черепашек я уже рассказывала. Это у нас сухопутные черепашки. Можно посмотреть в плейлистах на канале нашего питомника, если вам интересно. Ну и сделать себе немножко, так скажем, представление о медлительности черепашек. Ну, что еще вам показать про черепашек, я даже не знаю. Про содержание я рассказывала, про питание рассказывала. Как наши черепахи несут яйца и как я их пытаюсь инкубировать, я тоже показывала и рассказывала. Так что, ну что могу сказать. С черепахами, как вы видите, все у нас здорово и замечательно. Все пытаются у меня убежать. Кроме Афродиты. Афродита более-менее спокойно себя ведет. О, нас барон набрался смелости. Наш символ года. Рыжий кот. Ой, нет, скажи. Не-не-не-не-не-не-не. Все-таки нет. Все-таки, говорит, страшновато как-то. Что-то не очень понятно, говорит, что здесь происходит. Ну, а мы теперь после банных процедур с нашими черепашками пойдем греться под лампы ультрафиолета и нагревов наши террариумы. Живут они у меня в разных террариумах, потому что самки отлично уживаются между собой, а вот самцы дерутся. Дерутся за дам, за которыми они ухаживают. Такой, скажем, какой-то слаженной вот любовной пары у черепашек я не заметила. Самец видит самку и начинает, скажем так, за ней ухаживать. Начинается свадьба, женитьба. Никаких таких сложившихся пар и страданий, если я меняю самок к нашим самцам, тоже я не встречала. То есть, пожалуйста, я могу переселить Афродиту к Геркулесу, а потом к Натану. И замечательно все живут. Венера также. Значит, перед тем, как делать кладку, вот когда яйцо самка хочет снести, самка частенько ведет себя как самец. Вот, видите, самец сейчас пытается ухаживать за самкой. Это Натан и Венера. Он ее прикусывает за ножку, чтобы она остановилась, не бежала. Это, так скажем, в природе естественное поведение для черепашек. Таким образом, самец хочет остановить самочку и начать свою активную половую деятельность. Наши пацаны вообще без стеснения, я думаю, что вот еще 5 минут я поснимаю, Натан и здесь покажет, как он это делает. Да, барон прям весь в шоке. Так. Ай-яй-яй-яй. С кровати только не убежим. С кровати не убежим. Но видео о свадьбе черепах у нас тоже есть на канале нашего питомника. Если вам интересно, вы просто заходите в плейлист про наших рептилий
И, пожалуйста, выбирайте видео, которое вас интересует по заголовку. Кормление, содержание, размножение, инкубирование. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот как-то так, дорогие друзья. Что еще я могу показать про черепашек, я не знаю. Наши черепахи не трусливые, не боязливые, как вы видите. Рук они не боятся, то есть их можно брать в руки, их можно гладить. И так как вот их панцирь и пластрон, это является, собственно говоря, их позвоночником и ребрами, это их организм только наизнанку, если так выразиться. У человека это, вот видите, как он ухаживает. Это Натан за Афродитой. Покусывает, прикусывает, показывает, что ты не убегай, я тут пришел. А здесь пришел еще и Геркулес. Геркулес у нас парень активный и может сейчас начать драться за самку. Но пока вот новая обстановка, не террариум. Ну, видите, как-то они особо и не страдают, что это не террариум. В комнате у меня тепло. И черепашки абсолютно не чувствуют никакого дискомфорта. Ой, черепашки. Ну, кто сказал, что это медлительные животные? Я прям не знаю, откуда эти анекдоты про медлительность черепашек. Вот у меня уже одна черепашка где-то под подушкой. Ребята, я буду ловить своих питомцев, пока они под кровать у меня не упали с дивана. Точнее, под диван не упали с дивана. Уже куда-то убежали. В плейлистах все есть. Смотрите, если надо. Если что-то интересует, пишите комментарии, вопросы задавайте. Я обязательно на все вопросы о содержании, кормлении, уходе, размножении все расскажу. Отвечу обязательно в комментариях. Не забывайте ребятам ставить лайки. Они, видите, как стараются. Тут даже хотят показать процесс спаривания. По размеру Афродита у нас самая крупная. Ну, вот такая вот она. Натан поменьше. Венера поменьше. Геркулес самый маленький. Жаклин такая же, как Натан и Венера. Ну что, барон, ты осмелишься? Ты же у нас смелый кот. Ты же никого не боишься. Так, 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 так. Геркулес, как всегда. Вот такие вот женихи у нас тут. На этом, дорогие друзья, я буду с вами прощаться. Увидимся в новых видео. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Всем пока-пока и до новых встреч!